На нашей кухне телятина и профессор Продеус, отказавшийся быть вегетарианцем. А вот я, наоборот, сейчас склонна к тому, чтобы так чуть-чуть исповедовать вегетарианство. Друзья, вносите телятину в студию. Так, Андрей Петрович, про телятину. Ну, вы же рыбку кушаете. Рыбку кушаю. Ну, рыбку, да, буду кушать. Зато красное мясо не ем вообще. А вот поэтому мы рассказываем сегодня о телятине, которая не красная, а светло-розовая, если вот тут вот видно. Вообще телятиной называется мясо крупного рогатого скота. Чаще всего это бычки. От 21 дня до 1 года и 2 месяцев. При этом телятина, она тоже делится на каком вскармливании были вот эти вот молочные бычки, потому что они могут быть только на молоке, то есть вскармливаться молоком своей матери, могут быть на смешанном вскармливании, на свободном так называемом, и есть откормленные бычки только зерновым способом. Что хорошего в этом мясе? Две основных вещи, надо сказать, это источник белка, при том мясо телятина наиболее легко усвояемый белок из всех мяс крупного рогатого скота. Там есть все незаменимые аминокислоты. Человек не все аминокислоты может вырабатывать сам, он должен их получать извне. В мясе, в телятине эти аминокислоты присутствуют. И, конечно же, это источник железа. Без железа мы не можем построить гемоглобин нормальный. Наш организм тоже не может дышать, не может существовать. Конечно, то, что белок из телятины легко усваивается, и то, что он богат железом, прежде всего говорит о том, что эта разновидность мяса очень хороша для детей с железодефицитными анемиями или с малокровием. Это их продукт питания. Белок легко усваивается, железо в доступной форме. Зовем наших телезрителей. Конечно. Проходите к нам, пожалуйста. Как вас зовут? Александр. Александр, откуда вы к нам прибыли? Из Липецка. Чем занимаетесь в Липецке? Работаю. Кем? Сварщиком. Да? Слушайте, чудесная профессия, рискованная, красивая. Правда ведь? Просто с профессиональными рисками. Обязательно. Телятину едите? Да. Хорошо, Александр, для вас у нас пьедестал почета. Какой, Андрей Петрович? Пьедестал почета у нас состоит из трех типов мяса. Есть баранина у нас, вот она. Есть говядина, вот она. И вот и телятина. Есть телятина. Баранина, говядина и телятина. И мы хотим поставить ее на пьедестал почета, исходя из количества содержания холестерина. Где меньше всего на первое место, где больше всего на последнее место. Александр, не опозорьте Липецк. Я думаю, что в телятине меньше всего холестерина. Телятину на первое место ставим. Вы тоже можете браться за тарелки. Дальше. Говядина на втором месте. Говядина на втором. А баранина, баранина она вся в жире. На третьем. И подумал, что на третьем. Андрей Петрович, прав? Прав. Прав. 60 миллиграмм. В телятине 80. В говядине и 100 миллиграмм холестерин, если считать холестерин, в баранине. То есть, действительно, с точки зрения меньшей опасности, если мы потребляем телятину, то холестерина мы получаем меньше. Пойдемте теперь ставить опыт, чтобы до конца выяснить, зачем нам животный белок. Пойдемте, мы вас приглашаем к нам. А я, друзья, хочу напомнить вам, если вы не успели чего-то записать в нашей программе, вы найдете практически все в газете телепрограммы. Ну, Александр, посмотрите, каким мужчиной вы хотели бы быть. Худеньким, как вы, который справа, но все-таки стройным. Или вот таким толстым и пузатым, как слева. Хотелось бы быть стройным. Сюда? Да. Вот заходите сюда.
для тех, кто ест животный белок, богатый холестерином, где вы, Александр? Неизбежно ожирение. Худший вариант мужского ожирения – абдоминальное висцеральное ожирение, которое ведет к развитию рака и потере тестостерона. Александр, продвигайтесь к соседней фигуре. А вот если у человека белок с малым содержанием холестерина, вот таким прекрасным красавцем он может стать. Александр, мы в восхищении. Друзья, как телятину выбрать, как ее хранить и, самое главное, как правильно приготовить, об этом через несколько минут далее в нашей программе. Телятина. Мясо с уникальным белком. Рецепты блюд из телятины. То ли сон, то ли яв. Нарколепсия, расстройство сна. Сделайте свой дом разноцветным. Боремся с сезонной депрессией. Дорогие друзья, мы говорим про еду. У нас сегодня телятина. Мясо очень высокого качества. Как всегда, у нас три вопроса. Как телятину выбрать, как ее хранить и как правильно приготовить, чтобы полезные вещества достались все-таки вам или вашему ребенку. В гостях у нас Александр. Он сварщик из Липецка. Человек скромный, но достойный. Саша. Первый вопрос. Как телятину выбрать? Я думаю, она должна быть розовая. То есть вид должен быть красивый и свежий. То есть первый цвет. Ну вот сравним, да, два мяса. Видно, что это гораздо светлее, правильно? Все? Ну, Андрей Петрович, добавляйте. Смотрите. Действительно, телятина светло-розовая. Хочу вам напомнить, что есть три типа. Есть остывшее, охлажденное и замороженное мясо. Вот у нас есть все три примера здесь. Вот тут вот. Вот это вот охлажденное. Вот это остывшее. Это замороженное. И цвет иногда определяется именно способом ее подготовки к продаже. Что значит остывшее? Это когда после забоя охлаждают, ну вот, забитую тушку в течение где-то 6 часов. Это свежее парное мясо. Охлажденное же мясо кладется в специальную камеру при температуре ее где-то около 0 градусов. Выдерживают 24 часа. И температура мяса рядом с костью от 0 до плюс 4 градусов. И тогда это мясо является тоже такого же качества, как остывшее, но не замороженное. Его можно употреблять. Оно будет такого же розового цвета. Иногда недоброкачественные производители пытаются подкрасить мясо. И вот в этом отношении мы должны проверить его. Как мы его проверяем? Берем салфетку и при прикладывании к куску мяса, если оно не было искусственно окрашено или подкрашено, мы ничего салфетка остается не белой. Увидим. Но вывод один. Вот эти все разновидности мяса, они нормальные. Они нормальные. То есть даже то, что это чуть-чуть краснее, ничего страшного. Ничего страшного, это, по-моему, это вопрос заморозки. А вот когда оно темное, написано телятина, но оно темное и с определенными включениями, и заветренное, понятно, вы его не будете покупать ни в коем случае. Как хранить? Я думаю, его лучше не хранить, а употреблять сразу. Правильно. Так, а если все-таки хранить? Если хранить, скорее всего, это в морозилке быстрая заморозка. Андрей Петрович, как хранить? Действительно, особенно остывшее мясо, вообще продукт недлительного хранения. Его либо замораживают, либо потребляют. Сразу его хранят в герметичной упаковке максимум 24-48 часов. Если в морозильной камере, то оно может спокойно храниться там в течение даже 20-21 дня, то есть 3 недель. Если оно было производственным образом замороженное, вот тогда вы можете хранить его и 3-4 месяца без проблем. И последний вопрос. Как правильно приготовить? Желательно, наверное, его не жарить.
Вы смотрите нашу передачу? Пароварь. Вы мой дорогой, господи, вышел мужчина и говорит, главное мясо не жарить, Герман Шайч. Мы недаром выходили год в эфир. Первое, конечно, мы против того, чтобы вы жарили мясо. В процессе жарения выделяются канцерогенные вещества. Андрей Петрович, какие способы приготовления рекомендуем конечно мы? Конечно же, варка, пароварка. Но Иван сегодня нам предложил фактически аналогичный способ. Мы ее припускали без масла, немножко оливки, розмарин и припускали на керамической, с небольшим добавлением воды, так что эта вода не закрывает эти маленькие медальончики из телятины. Я хочу нашу сковородку показать, друзья, потому что мы апологеты керамической посуды. Керамика делается из песка и воды. При любом нагревании из нее ничего патологического не выделяется. В отличие от традиционных антипригарных покрытий, черных, которыми пользуется вся Россия. Наш совет – керамические покрытия для всего. У нас все керамическое – кастрюли, сковородки, все на свете. Потому что можно готовить без масла, и риски для вашего здоровья просто становятся нулевыми. Помните об этом. Итак, первое. Мы припустили в небольшом количестве воды. Фактически, ну, это не отваривание, а, хотя, это... в общем, очень близко к отвариванию. Да. Наш Иван Жихарев. Ванечка, сделай шаг вперед. И да расскажите, пожалуйста, что дальше. Иван Жихарев, гений поварского искусства. Спасибо, спасибо. Ну, это блюдо называется медальоны из телятины, припущенные в белом вине. И на гарнир кенийская фасоль бланшированная и черри свежие. Давайте покажем. То есть кроме воды мы туда долили белого вина, друзья. Получились алкоголя вот там они. Алкоголя не останется, он испарится, абсолютно верно. Вот получились наши медальоны. И, конечно, мы добавили сюда зелень, кенийская фасоль, все остальное. И лимончик Александр. Только для сварщика из Липецка. Это потрясающее воображение блюда. Пробуйте, мой дорогой. Да. Можно? С овощами, с овощами. Нечего одно мясо. Каково, Саша? Очень вкусно. Вот так, друзья. Сашенька, берите наш поднос и угощайте всех, пожалуйста. Друзья, итак, телятина, мясо все-таки довольно полезное, с низким содержанием холестерина, высоким содержанием белка, высоким содержанием железа.